Здравствуйте, дорогие дети! У нас сегодня тема 11 класса всемирной истории «Страны Африки в 1991-2017 годах». Африка – огромный и интересный регион. В прошлых классах вы неоднократно изучали тему Африки, и сегодня мы продолжим урок событий 1990-х годов. К Северной Африке относятся такие государства, как Египет, Судан, Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, Западная Сахара и Южный Судан. История этих стран неоднозначна и интересна в 90-х годах, так как они прошли различные этапы развития. Разберем примеры. Египет. Египет в 1990-х годах экономически развивался. Благодаря экономическому развитию достиг большого успеха в туризме, в сельском хозяйстве, культуре. Благодаря экономическому развитию росли золотовалютные запасы страны. И Египет становится одним из лидеров арабского мира. Однако к 2000-м годам в Египте усиливается исламский фундаментализм, что сыграло на дальнейшей истории Египта. Долгим лидером страны был Хосни Мубарак, президент Египта с 1981 по 2011 года. В 2010-2011 годах начинаются массовые выступления в арабском мире. В историю вошли как «Арабская весна». Из-за этих выступлений и активизации исламского фундаментализма Хосни Мубарак в 2011 году был вынужден уйти в отставку. На очередных выборах победу одержал представитель исламской организации «Братья мусульмане» Мухаммед Мурси. В 2012 году он становится президентом страны и принимает декрет, который позволил ему все свои решения узаконить. Это вызвало массовое недовольство оппозиции, и в 2013 году он был вынужден уйти в отставку. На очередных выборах в 2014 году победу одержал министр обороны Египта Абдул Фатах ас-Сиси. Он запретил организацию «Братьев мусульман», объявив ее террористической, и ее деятельность стало вне закона. Начались репрессии против бывшего президента Мухаммеда Мурси и его сторонников. К примеру, другая страна Северной Африки – Судан. Самая отсталая страна региона. Население в основном занято в сельском хозяйстве, в промышленности не больше 10% населения, что говорит о слабом развитии промышленности. Этнические конфликты внутри страны продолжаются уже на протяжении многих десятилетий. Обратите внимание, как выглядит столица Судана – Хартум. Пример другой страны Северной Африки – это Ливия, которая в 90-х годах, благодаря прибыли от нефтяных месторождений, смогла провести огромное количество социальных реформ при президенте Каддафи. Однако сама фигура Каддафи во внешней политике была неоднозначна, так как он поддерживал различные антиконституционные режимы в странах Африки. В 2011 году в Ливии начинается государственный переворот. Каддафи был свергнут и убит. Страна практически распалась на отдельные регионы. И с 2011 года по сей день в стране продолжается гражданская война, которая привела к разрухе экономики, миллионам беженцев, которые являются сейчас проблемой для европейских государств. Примеры современной гражданской войны в Ливии. Арабская весна
повлияло и на другие государства Северной Африки. Там также происходят массовые демонстрации и выступления народа. Рассмотрим другие регионы Африки, так называемую тропическую Африку. Положение тропической Африки в 90-х годах были связаны с мировыми тенденциями. Заканчивается холодная война и прекращается поддержка коммунистических и социалистических режимов в тропической Африке. Начинается тенденция к демократии, отказ от коммунистических идей, стремление к образованию гражданского общества, создание многопартийных систем. Однако в стране активизируются антидемократические режимы. Во многих странах проходят вооруженные конфликты, появляются новые проблемы, такие как гендерное неравенство, современное рабство, особенно детей, социально-экономические проблемы, а также высокий уровень рождаемости. Рассмотрим некоторые конфликты, которые произошли в конце 20 века в тропической Африке. В 1991 году пал последний режим, который придерживался социалистических идей в Эфиопии. Очередным конфликтом в Африке был конфликт в Либерии, который привел к гражданской войне, миллионам беженцев и экономической катастрофе. Военные перевороты в Сьерра-Леоне, этнические столкновения в Руанде и Бурунди, кризис в Демократической Республике Конго, война в Сомали и многие другие конфликты в странах тропической Африки, которые привели к огромному количеству проблем, с которыми столкнулась тропическая Африка и которые необходимо будет решать в 21 веке. Основными проблемами современной Африки являются демографическая проблема. Несмотря на нищету, болезни, в Африке высокая рождаемость. По оценкам ООН, к 2050 году в Африке будет проживать около 2 миллиардов человек. Помимо демографической проблемы, в Африке современная проблема – нищета, болезни, коррупция, рабство. Проблемы Африки не были решены в 20 веке. В 21 веке Африка продолжает сталкиваться все с новыми и новыми проблемами, пытаясь найти новые пути решения сложившейся ситуации. Некоторым странам удалось преодолеть кризисы, другие находятся на пике раздробленности. Будем надеяться, Африке удастся найти решение сегодняшних проблем. На этом наш урок подошел к концу. Домашнее задание – прочитать параграф 26 из учебника «Всемирная история», ответить на вопросы и задания в конце параграфа. До свидания, до новых встреч!